Так, предупреждаем, мы сейчас закажем очень дорогое блюдо, называется яйцо пашот. На Сахалине это вообще... Говорят, 40 минут готовить. Деликатес. Ну, на огне быстрее, конечно. Итак, песня про яйца. На востоке страны люди кушать просили. Слишком дорого все отощало лицо. По высокой цене куры яйца сносили. Аж 12 деревянных каждое яйцо. Нам не все равно, нам не все равно хамству продавцов. Вовсе нет границ, чтоб яйцо пашот есть два раза в год. Просто анекдот, остров без яиц. Был огромный скандал, каждый был озабочен о проблеме яиц. Так болит голова, губернатор кричал: яйца дороги очень! А мурзилки напевали главные слова. Нам не все равно, нам не все равно хамству продавцов вовсе нет границ. Чтоб яйцо пашот есть два раза в год. Просто анекдот, остров без яиц. Нам не все равно, нам не все равно хамству продавцов вовсе нет границ. Чтоб яйцо пашот есть два раза в год. Просто анекдот, остров без яиц. У вас тоже дорогие яйца? Тогда мы спешим к вам.